Друзья, всех приветствую на канале, всем здравствуйте. У нас утречко, но уже не раннее. Мы позавтракали и оделись, вышли на наш огородчик. Пришла мне, девочки, в голову сегодня идея. Надо порядки наводить, в общем. Сегодня погода хорошая, замечательная. Будем убирать вот этот клочок. Здесь у нас столы стоят, скамейки, колеса, в общем, мангал. Все это надо убрать, надо будет перекопать. И навести, в общем, порядочек. Хотя бы с этого сегодня начать. Бегите, играйте в песочек. Вы будете играть, а мы будем с Даней заниматься. Даня будет у меня сегодня помощником. Убрали все лишнее. Так вот поставили пока скамейку. Тут все. Сейчас травы-муравы надо поубирать. Растения какие-то пересадим. Ну, в общем, облагородим немножко. Чтоб травы не было, чтоб смотрелось получше. Матвейка, отойди в сторонку, пожалуйста. Ты потому что здесь мешаешь, да? Или что лучше? Я сторонку отхожу. А мы тебя тут не приглашали, у вас есть площадка. На площадке легко и просто. Замечательно. Места там много у вас. А ты куда вот этих-то дела? Я лучше посмотрю, кто там брякает. Смотри. В ограду беги. Смотри, кто там брякает. Сына, не нагружай много тяжелой пачка. Так вот ты фигню собираешь. Давай гляди. Тут еще что ли? Я по полтачке возила, было тяжело. Что, ты че? Давай, червячков не надо брать. Ага. Нагрузил он полную тачку. Тяжеленная. Тяжеленная тачка. Таня, ты куда убежал? Убежал. Даня. Куда ты? Не, вот тяжело, сынок. Мне даже не перевернуть ее будет. Переворачивайся. Вот такое у нас уже здесь начало. Копаю. Копаю на штык. Потом разбиваю камни. Даня у меня тачку грузит, вывозит. Здесь изначально место было песчаное. А песка больше. И середина огорода у нас была такая ямина. Но там вот видно немножко еще как бы это. За 7 лет те, которые мы держали корову, еще скотину держали. Мы здесь все это, в общем, ну, сдабривали. Здесь вот когда-то были гряды навозные, делались несколько лет. И мы все это, в общем, потом в процессе использования разравнивали. И у нас получался неплохой слой. Это вот уже все у нас, можно сказать, сверху сантиметров на 70, наверное, перегной. В общем, сейчас мы это все, конечно, будем убирать здесь. И от него очень много такой вот такой травы пырей, или как она, как цена называться, забыла я. С длинными-то корнями. Такая травища ужасная. Ну, в общем, Даня вывозит земли, потому что много там у нас солома. Солому в прошлый раз разровняли и туда землю вывозили. С дорожки тоже было очень много земли вывезено, я вывозила. Ну, я, конечно, возила по полтачки. Даня, я так понимаю, он у меня посильнее будет, потому что он у нас ходит тяжелую и поднимает. Сына, до скольки ты килограмм поднимаешь сейчас? Данечка. Самое большое сколько поднимаешь? Не знаю. Ну, я не знаю, что ты поднимал. Самое тяжелое. Ну, пусть так. 67 килограмм.
Ну, это немного. Немного, но нет, так-то много. Для твоего роста веса, мне кажется, не знаю, в общем. Но все равно для меня это, конечно, тяжелая работа. Для него полегче, кажется, видать. Потому что по полной тачке нагружает и возит по полной тачке. Я попыталась вывести. Тяжеловато, конечно. Вот, Саша мне по полтачки нагружал. И за день, сколько мы вывозили тачек, конечно, я уже к вечеру, в общем, подустала, а на утро болели все мышцы. Ну, Даня у нас ходит, качается день через день, можно сказать. Дома какие-то тоже все равно упражнения делает. Он физически подготовлен, так что я думаю, что ему, в принципе, неплохо. Так, ладно, будем дальше заниматься, потому что здесь объемчик-то у нас неплохой работы, чтобы за сегодня все нам это сделать как-то. Как-то постараться. Напился? Играйте на площадке, забирай все это. Ева там сейчас разыгралась. Ева разыгралась, а ты убери этот, кто называется. Транспорт свой с дорожки. Транспорт. Ну, потихоньку у нас работа идет. Даня, я так понимаю, все свое сделал и убежал. Домой пошел. Убирай траву. Траву. Хочется, конечно, все это перекопать, но так как здесь трава, которую надо убирать, то это, конечно, нелегко. Нелегко, девочки. Ну, для кого-то легко, кто-то огороды перекапывает, кто-то очень любит в огороде работать, физически тяжелую работу. Я это могу, конечно, делать, но... Я бы это делать не стала, если бы у меня был мужчина, который мне это сделал. Ну, мужчина наш на работе, а я проснулась в хорошем настроении, говорю, мне надо сегодня вот это сделать. Вот прям хочется. И потихоньку. Ну, Даня мне хорошо помог, конечно. Но тут еще надо будет. Сейчас я вот это постараюсь все скопать. Травы-муравы убрать. Вот. Песочек сюда неноси, моя хорошая. Ну вот. Небольшая передышка. Тут решила вам показать. Пишут девочки, некоторые вот женщины. Женщины в возрасте уже. Ну, такие огородницы, у которых нет детей, конечно. Они на пенсии. Потихонечку ковыряются в своем огороде. Облагораживают как-то или уже облагорожен огород. У каждого по-разному. Физические силы у всех разные. А у кого-то по состоянию здоровья вообще нельзя делать физическую работу. Тяжелую. Ну... Некоторые, конечно, этого не придерживаются, но по-разному, в общем. Я делаю по своим силам, по возможностям. Вот дети уже домой просятся, Ева ходила домой. Конечно, хочется еще сделать работу, дети уже постарше. И можно, конечно, пока что еще отвлечь. Вот на батуте сейчас прыгают. Маленько, конечно, можно еще поработать. Вот. Долго, конечно, это не поработать. Вот мы вышли давненько и уже... Несколько часов, это кажется на камеру, так все легко и просто. Некоторые пишут, про дорожку писали. Вот что Саша сделал, дорожку. А больше полдня на дорожку потрачено. Во-первых, привезти, составить кирпич. Вот как они сделали здание здесь. Ну, вроде, что такого, да, привезли. А кроме этого, другая работа какая-то есть. Потом это снять верхний слой земли, чем вот мы сейчас и занимались здание. Я, получается, копаю, убираю траву, хочется ее убрать. Потом он убирал, вывозил прилично, много тачек он вывез. Там у нас уже на заднем дворе, в общем, прилично земли получается. Но я пока сказала не вывозить, потому что мы достаточно сняли. Надо поймать уровень какой-то определенный, чтобы у нас кирпич, вот эта дорожка совпадала с этим местом. Ну, когда будем выкладывать кирпич здесь. Здесь сделать хочется небольшой такой островок. Писали девочки... Ну что, вроде середина огорода, как-то надо распределить, как-то надо все это сделать так, чтобы было, спланировать, да, чтобы было все замечательно. Ну, во-первых, каждый по-своему видит все это, да, мы видим вот это так. У нас здесь детская площадка, на которой песочница, качель, дети играют. Хотелось бы туда батут поставить, но если мы поставим туда батут, там место будет вообще просто катастрофически немного. Плюс у нас там еще верандочка, которая тоже занимает место. И небольшая совсем площадочка. По этой причине мы здесь сделаем место
не под грядки, девочки. Кто мне пишет, грядок побольше. У нас в доме 2 огород, где я показывала, там у нас гряды. Здесь у нас достаточно. Здесь мы не садим ни морковку, ни свеклу. Здесь у меня будут клумбы, вот как они у меня и были. Цветы здесь посажены. Там у меня прудик, я его убирать не собираюсь. Это все обкопаю, в общем, наведу порядок. Ну, там у нас ягоды, теплицы стоят. Здесь будут стоять скамейки. Присел, дети у тебя на виду. Это в момент отдыха, да? Дети на виду, дети играют. И, конечно же, это все удобно. Теплица там дальше стоит по расположению. Так она у нас на солнышке. У нас здесь солнечная сторона. Очень жарко. Я вот ходила, сейчас убирала спанбонд, открывала помидоры. В общем, зелень открыла все. Потому что очень сегодня день такой выдался хороший. Ну, немножко ветерок, конечно, вот видно. Слегка. Но все равно более-менее... Погода у нас сегодня первый день. Ночью был минус. Так что такая у нас здесь работа на сегодняшний день. Сегодня у нас 16 мая. 16 мая. И вот такую работу мы делаем. Здесь тоже надо вдоль теплицы траву убрать. У меня здесь когда-то вдоль теплицы были посажены тюльпаны. Потом некоторые пропали. Некоторые сохранились. Вот один тюльпан, девочки. Один совсем тюльпанчик. Нынче появилось их 3. В прошлом году он был один единственный большой красный тюльпан. Так как у нас здесь были навозные гряды, со временем все это вот так вот перегноем разбрасывали по этой территории. И тюльпаны у меня оказались под большим слоем перегноя. Выкопать их нет возможности, потому что глубина сантиметров 70. Я так думаю, я в прошлом году пыталась выкопать, но, в общем, не получилось. Я его просто обрезала, а в этом году у меня получилось вот так вот 3 тюльпанчика. Здесь посажен такой, как назвать-то его, ну, мы его называем чеснок декоративный, или лук-слизун его называют, не знаю, девочки, но он такой вот мясистый, и его можно использовать в салат. Хороший такой. Отрываешь, он пахнет чесноком. Я его садила несколько лет назад. Он, в общем, разросся. Мне надо будет вот это все почистить, подкопать. Ну, чем я и занимаюсь. В общем, поняла, что здесь зря посадила елочку нашу. Мы ее уберем отсюда. Ну и вот, конечно же, здесь вот такая вот трава-мурава, которую я вот так вот, в общем, выбираю. Такие вот корни у нее в этой травы огромные. Ну и, конечно, наведется порядок и будет у нас, надеюсь, почище. Колесики уберем. Колесики, колесики. Матвей, убирай машины с дорожки. Убирайте. Саша, вытряхнет. Вот вам, девочки, одышка. Это кто мне про одышку пишет? Ой, одышка. Под роликом, где мы, в общем, на родительском дне ходили на кладбище, ездили. Зачем, говорит, поехала? Много комментариев разных, девочки, было. В общем. Вот, видите, это я сколько работы сейчас сделала. На штык копать, убирать траву. Соответственно, ты делаешь физически тяжелую работу и начинаешь дышать-то уже как конь. Но я сегодня побольше вам показываю. Обычно я не показываю то, что я делаю. В тот день я не показывала практически себя. Но это не значит, что я ничего не делаю. Я ходила
с ребенком. У меня на тот день было 13 тысяч шагов. Плюс ребенок на руки просится часто. Ты его то туда, то сюда. Большую часть времени носишь на руках ребенка. 14 килограмм. Ну, вы попробуйте. Будет, нет у вас одышка. Наверное, не будет. Будете дышать ровно. Вот, так что, когда ты чем-то занят, целый день торопишься что-то делать, да? Поэтому, а не потому что пишут, что я жру в два горла, жирею. Девочки, я держусь в своем весе. В своем весе я меряю старые вещи. Вот этот костюм несколько лет назад заказывала, он у меня 54 размера. В принципе, он мне... Кто-то любит посвободнее вещи, кто-то любит нормально, а кто-то любит совсем узкие. У меня нормально. Я не вижу, что он меня там обтянул. Он мне хорошо. Он мне не давит, он мне прекрасный. Так что не надо писать глупости. Ну вот, сегодня колесики уберем эти. Это же все тяжело, девочки. Физически тяжело работать. Вот колесо даже поднять, да? Кто-то из девочек этого вообще не будет делать. Совсем категорически. Кто-то делает больше тяжелой работы. У каждого по-разному. Покажешь, девочки, кадрик на камеру, да? Вот чуть-чуть пронесла Еву, либо девочка идет ножками. Она еще маленькая, ей 2 с небольшим года. Большую часть времени она просится на руки. А 14 килограмм ребенок, сами понимаете. Возьмите вот мешок какой-нибудь, да? Положите туда, если у вас нет детей. Кто мне пишет, бред этот. И таскайтесь с этим мешком полдня. Вот. Будет у вас ровное дыхание, легкое. Посмотрите к вечеру. Вот. Она говорит, на ровном месте задыхаться. Нет у меня, девочки, одышки. С сердцем у меня, я делала кардиограмму, слава богу. Не надо мне писать гадости. У меня на канале много врачей, которые любят ставить диагноз. Ну вот, слава богу. Колесики убрали. Так, дети. Еще надо отвлекаться за детьми и смотреть, да? Уже домой просились, но пока еще рано. Ну, у нас уже время за обед туда, за обеденно. Но мы еще пока кушать не хотим. Детей спрашивала, они пока еще кушать не хотят. Ну, потому что не рано позавтракали. Так что пока еще мы нормально. Вот кушать захотят, запросятся. Работу брошу всю и пойдем домой. Все, да? Пока не идем домой, подождите маленько. Надо еще поработать. Корешочки. А? Ты мою сладкую. Сладкуся. Ты сладкуся, да? Мамина сладкуся. Так, ну-ка быстренько. На скамейку, либо обувь одевай. Обувайся, давай. Видишь, забегала. Поскакунья, стрекоза. Ну что, мы неплохо поработали. Так, колеса показала, убрали. Убрали, наконец-то, мы эти колеса. Идите, заходите домой уже. Тачку нагрузила полную корней. Ну, закончила пока, потому что время, смотрю, время уже много. Думала, что мы к вечеру вот это все сделаем. Ну, хорошо бы копать просто, допустим, да? Копаешь, ничего не надо убирать. А здесь, конечно, вот корневая система настолько сплелась. Потому что здесь стоял стол, мы здесь особо не пололи. Саша триммером где-то проходил. Ну, конечно, вот где цветы я пропалывала. Ну, не скажу, что прям супер. Супер прополка была. Так что, конечно же, это все. Бегите домой, заходите. Все, мама, сейчас он пойдет зелени нарвет. Будем салатик делать. Ну вот, и тюльпанчики тоже сейчас подкапывала. Говорю, такая глубина. И нынче они меня порадовали. Зацветут красные тюльпаны. Красные тюльпаны. Ну вот еще, конечно, объем работы невелик по сравнению с то, что мы проделали. Но все равно. В общем, на этом пока остановимся.
Саша должен скоро приехать. Сходить, говорю, надо зелени нарвать. Пойдем, папа скоро приедет. Да, пойдемте рвать редиски. Так, машинки, ну-ка убирай, Матвейка, давай. Убирай давай, дружочек мой. Камушки. Камушки, да, цветочки. Камушки. Ну вот, зелени нащипала. Редиска у нас, не скажу, что большая, но все равно чашка такая, тарелка вернее. Сейчас салатик сделаем с огурчиками, по-скоренькому. По-скоренькому, девочки. Я так говорю, мне пишут всегда, почему по-скоренькому, а не почему бы не приготовить. Как-то, ну, вы, наверное, разготавливаете, девчонки. А зелень, вот полезная зелень, да? Конечно, по-скоренькому. У нас суп гороховый сварен, лапша есть, в общем. Так что будем доедать вчерашнее, но салат мы делаем свежий, по-скорому. Ай, да, дорогой. Привет. Кистики. Молодцы какие. Спасибо, любимый. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот, мы тут салатик нарезаем. Так, ботва редиски. Сочная, вкусная, полезная. Редиски немного. Немножко яйца. Сейчас еще яйцо сюда нарежем. Огурчик помощник нарезает. Да. И будет у нас салатик вкусный. Ну вот Саша уже пришел. Сейчас будем обедать. Обед у нас сегодня запоздалый. Пошел, дорогой, смотреть, что мы делали. Саша. Не, что вы тут? Ё-моё. Че? Надо было культиватором-то этим. Мы на штык делали, ты какой культиватор твой? Я убирала корни. Даня, тачка. Сделать не дорожку здесь, такой островок сделать. Выложить. Да, да. А Саша приехал, уже предлагает картошку сажать на участке. Я говорю, нет, мы сегодня не будем. Сегодня, во-первых, первый день тепла, мы вот с соседом разговаривали, он говорит, кого? Еще, во-первых, сегодня ночью-то минус был. Минус. Но. Я вам теплицы, конечно, поубирала, поубирала спанбонд, открыла все, потому что это там жарко. Ой, что-то... Ну, он вывозил, ага. Тут еще много земли надо убирать. После обеда гора посуды. Освободились. Кастрюли, чашки, прочее все. Кто там? Матвей, ты ходишь, что ли, пугаешь меня? Тут у нас так вот. Сюда выходят, туда заходят. Закрывай, ты дверьки открыл, смотри, какой сквозняк пошел. Все, сразу такой ветерок, прохлада, красота. Сейчас поубираю, в общем, остатки. Сало Саша нарезал, убрать надо. В общем, посуду перемыть. Работа наша женская. Кто-то писал, девочки, не показала, говорит, сушеные эти фрукты. Закрывай двери, ветрище, идет Матвейка. Ну, сразу такая, говорю, прохлада, вон еще раздуваться. Вот за, глаз да глаз на ним, за ними надо. Надо скорее бежать, он сейчас отвлечь, заставить. Хочу чай попить, Саша спать лег отдыхать. А я уже занялась, говорю, сейчас надо убирать. В общем, сушеным бананом, девочки. Вот бананчик сушеный, он сладенький и очень даже неплохо. А апельсинчик можно в чай положить. Но это кому нравится, конечно. Я себе вот такой вот маленький кусочек так раз и отлично. Почаевничаю, посуду перемою, а там уже видно будет, в общем. Закончила с посудой. Можно будет теперь попить чаек. Он у меня уже подостыл, правда. Посудку перемыла. Сейчас вот смотрю, девочки, а у меня перцы стоят на подоконнике. Мне хочется помыть окно. Я сегодня наводила порядок в ограде. И там у нас окно выходит, которое из ванной комнаты на ограду. В общем, тоже его помыла, двери пошоркала, поубирала. Стирки вот у меня перестирываются. Все. Развешиваю. Ну, в общем, время-то уже у нас прилично. У меня здесь вот так вот две сушилки, а вешать некуда. А еще пару стирок у меня будет. Вот, так что такие у меня дела. Сейчас чаек надо попить, передохнуть. К сестре пришла. Она мне саранки тут откопала. Яблонька уже так зацветает. А слушай, тут какие-то это... Чё? Ты видела? Какие-то жуки. А? Какие-то жуки. Где? Или так они просто... Вон, смотри, жук. Нет, вон еще жук. Вот, ну, ага.
такая прям розовенькие цветочки. Красота. Да, и здесь тоже, вот смотри, Аня. Какая-то как муха, что ли. Вот. У всех работа в огороде. Тут и сестра говорит, соседи картошку уже начали немножко посадили. Вот. Сейчас немножко передохну. Что говоришь? Они, да, они там на батуте прыгают. Побежали. Вот соседи тепличку закрыли. Это, как он называется-то, Аня? Укрывной этот. Спанбонд. Ну, плотный вроде так, ничего. Ну, мы тоже один год так делали, а потом ненадежно, ненадолго. Но поликарбонат дорого покупать, конечно. 3,5 листа. Какая красота прям. Красота, красотища. 24 градуса на солнышке показывают. Ну, немножко ветерок все равно сегодня. Видно прям, колышется. Но все равно хороший день. Работы много сделали. Сходила до сестры, принесла от нее саранки. Она убрала. Ей говорит, не надо. А вот сейчас вынесла калу. Вторую еще принесу. В прошлом году, ну, по осени, в общем, посадили в ведро. А вазоны покупала, вот эти вот горшки большие. Надо было посадить. Но вот нынче я не знаю, то ли, в общем, высаживать сюда на улицу, к прудику обычно я высаживаю. Они у меня цветут. В прошлом году хорошо цвели. У меня их 3 штуки осталось. Но тут вот и детки появились. Сейчас из ведра, в общем, вывалю. Посмотрю, как что. Воды принесла в лейках. Время уже. А время уже 8:00. Саша уехал до сестры. Она попросила его там надо куда кое-что привезти. В общем, кое-куда съездить. В общем, тоже он отдохнул немножко. Но сегодня он не работник. С работы вот придет, и, конечно, работы дома полно, но не всегда он может ее делать. А мы сегодня неплохо поработали, очень даже. Так вот смотришь, как будто даже девочки не видно, с одной стороны, да? А с другой стороны, сейчас вот у сестры присела, даже вставать уже не хочется, но сделать надо. Надо, а сейчас уже пора в теплице там закрывать помидоры. Ну, в общем, сейчас займусь пока этим. Буду вот сейчас горшки наполнять. Я думаю, что я пересажу все-таки калы наши большие вот в эти вазоны. Я хотела петуньи в них посадить. Ну, в общем, в принципе, будь здорова. Посмотрим. Сейчас посажу, а может быть, потом и высадим. Потому что у нас пока еще погода тоже переменчивая. Сегодня, конечно, тепло. На солнышке вот было 24. А в теплице тепло хорошо. А на улице все равно ветерок. К вечеру уже надо одеваться. Какую-то жилеточку. Но я, правда, ничего не одела. Но, в общем, все равно это прохладненько. Топорик иди унеси. Унеси все игрушки на верандочку. Такие вот саранки, ну, обычные тигровые лилии, ранишные такие. Ну, мы их посадим. Мне они нравятся, у нас в старом доме были такие. Ну вот ей не надо. И посадим мы наши сараночки. Да, вот надо их посадить. Наверное, вот здесь где-то. Здесь вот мы их посадим. Да? Да, доченька? Земля сырая. Земелька-то сырая. Сараночки. На верандочку уноси, дочь. Все. Давай уноси. На верандочку. Убирай все.
сумму вот эту всю отрежем. Все листики тут молоденькие. Надо будет отделить. Кусты были большие, здоровые, хорошие. Ну, зиму они у нас, слава богу, перезимовали. Им, конечно, здесь в ведре в этом тесно было. Ну, а что делать? Не посадили? Ну, ладно. Слава богу, дожили до весны. До весны мы дожили. До весны. Сейчас надо нам. Сейчас нам надо их как-то еще из ведра-то вытащить. Опа. Ну, ведра помыть. Стирку последнюю отстирала. Все развесила. Тут такие вот маленькие луковки. Луковки. Да? Ой. Я обычно уже в это время высаживала к прудику. Бывало и прихватывала. Отделить. Такие здоровенские. Ух. Малявки вот эти уберем лишние. Так, сейчас пересадила. В общем, я эти калы. Теплицу пока. Я не знаю, в теплицу пока их. Ну ты подлей еще воды. Я вроде полила, но слушай это. Давай я унесу потом. Ну давай. Ну вот. А какую? Ну туда. Туда. Я в ту-то перцы хотела вынести, но сегодня уже все. Что время много. Время, наверное, уже 8. Если не 8, да? Да. Время много. Так что, девочки, закончу этот ролик. Скажу вам всем огромное спасибо, что были с нами. Что пишете свои комментарии. Смотрите нас. Огромное-огромное всем спасибо. И всем пока-пока. На телеграм заходите. На Дзен, на второй канал. Ссылки внизу в описании. Сосаналику-то. Я так-то вообще-то вон, хотела еще здесь цветочки пополивать. Вот эти. Я шланг подсоединю. Все, воду провел? А проведешь? Ну вот воду Саша проведет, а то я из дома набирала, воду-то таскала сегодня, потому что все надо поливать. Хрен уже растет. Че бы доброе, а хрен-то, трава да хрен. Ну, так что, такие у нас на сегодняшний день дела. Сегодня 16 мая, заканчивается день, огородные дела заканчиваются, в общем, сейчас пойдем.